По данным сайта «Объясняем.рф», за неделю с 4 по 10 марта выявлено 24 099 случаев коронавируса. Умерло 65 человек. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области выявлено 777 новых заражений коронавирусом. В Липецкой – 156, Курской – 26, Белгородской – 283, Тамбовской – 138. За неделю в Санкт-Петербурге умерло 13 человек. В Москве – 11, в Челябинской области – 5, Владимирской 4. За все время пандемии в мире выявлено 704 миллиона 880 тысяч случаев коронавируса. Умерло 7 миллионов 4 тысячи человек.